Полное описание и точно дата выхода 45-й серии турецкого сериала «Ветреный». Новая серия сериала выйдет в эфир 30 октября. В новой серии мы увидим, как Джихан вместе со своими людьми ищет Мирана. Он отдал приказ его убить, а Райян не должна будет пострадать. В руках у Аслана оказалось письмо, в котором скрывались многочисленные секреты его бабушки. Гинуль нашла Мирана и сообщила ему, что его ищет Джихан и хочет убить. Миран отказалась уходить без Райян. Гинуль надеялась на то, что она спасет Мирана, и затем они смогут начать жизнь с чистого листа. Миран сказал Гинуль, что всегда любил только Райян, а к Гинуль относился как к своей сестре. Эти слова стали большим ударом для Гинуль. Она до последнего надеялась, что сможет быть рядом с Мираном. Когда Миран пытался вытащить Райян из колодца, то Гинуль выстрелила в него. Гинуль сказала Райян, что они оба воссоединились в этом месте. Только вместе с Мираном уйдет лишь один человек, и это не Райян. А затем раздался выстрел. Азизе сообщили трагическую новость о смерти внучки и обвиняют в том, что она не смогла усмотреть за двумя внуками. Азизе сильно расстроена из-за того, что произошло с Мираном. Она растила и воспитывала Мирана для мести, но все пошло не так, как ей хотелось. Хазар пытается выяснить всю правду у Азизе, и он хочет знать, действительно ли Миран его сын. Напомним, 45-я серия сериала выйдет в эфир 30 октября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.